Благодарю Тебя, Господь. Втах левавот шелану. Открой наши сердца. Тамших лидабер алейну. И продолжай говорить к нам. Ветихазек отану бедвареха. И укрепи нас Твоим словом. Мелех Давид амар, двареха ор лереглай. Царь Давид сказал, Твое слово есть светильник ноге моей. Двареха ор лереглай. И свет стезе моей. Ани роце лаагид, им анахну... Ломдим, корим это двор Адонай. Если мы читаем и изучаем Божье слово, аз Элохим яхол лахнис летохейну хохма влишмор отану лебайот мебайот работ. Бог может дать нам мудрость и сохранить нас от многих проблем. Ве им бхас ве халил анахну кен нихнасим лейзишу таалих локаль. Если мы заходим на какой-то трудный путь, трудный процесс, аз адайн хизук мишамаим ועידוד מדבר אדוני יכולים להדריך אותנו לכיוון הטוב. Тогда укрепление с небес и ободрение от Божьего слова могут дать нам направление облегчения. לפני כמה שבועות הרגשתי לעשות בתוך קהילה לימוד. Несколько недель назад я почувствовал начать учить общину. ולהמשיך את זה כמה שזה ייקח זמן מראשונה, גרת ראשונה לפטרוס. И продолжить настолько, насколько это потребуется учить из первого послания Петра. וזה פשוט דיבר אליי מחדש שהתחלתי לקרוא. Когда я начал читать заново первое Петра, у меня появились новые откровения. ואני התחלתי להרגיש שהדברים האלה מאוד חשובים בשבילנו להבין אותם. И я почувствовал, что эти вещи очень важны, чтобы мы поняли их. כי במילים הראשונות, כאן אנחנו רואים שזה אגרת של הפטרוס לתושבי תפוצות. Написано в самом начале первого Петра, мы читаем, что это послание Петра апостола Машиаха скитальцам, рассеянным на... תפוצות, אתם יודעים מה זה תפוצות? Знаете, что такое рассеянный? זה מדובר על יהודים. Здесь говорится про евреев, שהיו מפוזרים בעולם העתיק, которые были, жили в разных частях древнего мира, והם היו שומרים על הזהות שלהם, и они сохраняли свою еврейскую принадлежность. אבל היו פשוט חיים במקומות מרוחקות מארץ ישראל, но жили в рассеянии, в разных местах дальних от Израиля. וכשקראתי את זה, פתאום חשבתי על עצמנו. И когда я прочитал это, я подумал про нас. אנחנו חיינו עם זהות יהודי, мы жили с нашей еврейской самоидентификацией, אבל היינו מפוזרים בעולם, но мы были рассеяны по всему миру. וזה בונה בתוכנו פסיכולוגיה קצת שונה. И в нас это выстраивает немного другую психологию. כשאתה לא יוליד ארץ, когда ты не родился в земле Израиля, ואתה מושפע מאוד גם מעמים שאתה חי בתוכם, и когда на тебя влияют другие народы, среди которых ты живешь, אבל גם יש בתוך это ДНА זה שקורא אותנו להרגיש כוח של הר סיני, но когда в тебе все-таки есть в твоей ДНК желание прочувствовать силу горы Сион, Синай. Я хочу сегодня учить и дать два коротких урока. Кен, Хам, улай ифшар лифтуах гам халон ве гам улай делет эхад. Ло делет азе. Костя, титапел, беседер? Туда. Маским, Хам. Хам, нахон, хам? Жарко, да? Жарко или холодно? Жарко. Серьезно? Бавакаша, бавакаша, бо нифтах танахим баигерет ришона эль ха Петрус. Давайте мы откроем все наши Библии на первом послании Петра. מה שמאוד מעניין ואולי טוב לכם לדעת, очень интересно и хорошо, чтобы вы это знали, נראה מבשורות שפטרוס היה בחור לגמרי פשוט.
Из Евангелий мы видим, что Петр был очень таким простым парнем. Оя даяг. Он был рыбаком. Улай айолу каму поалим, азаялу айзишу деа аля манхигут улай. Возможно, у него были несколько работников, также рыбаки, и, скорее всего, может быть, у него были какие-то качества руководителя. Аваль, ме иш пашут ме от. Но с очень простого человека вдруг мы видим эти его послания. И его каждое предложение расписано на полстраницы. И когда ты читаешь послание Петра, ты дошел до определенного момента, продолжаешь и оттуда получаешь новые и новые откровения. И я хочу сказать особенно тем, которые иногда чувствуют, ну я такой простой человек. Я многому не учился. А вот истеклю и не Петрус в эх двара Донай. Асало ошер бифним. Ну вот я могу сказать, посмотрите на Петра и как обогатило его Божье слово. Азбон атхил ликро, бавакаша тифтиху эгерет решона эла Петрус. Давайте мы начнем читать, откройте первое послание Петра. Ванахну корим рак арба псуким харешоним. И мы читаем только первые четыре стиха. Вани насел асот бетохет арба псуким элешней шиурим. И я хочу в эти четыре стиха внести два урока. מאת קיפה שליח ישוע המשיח אל תושפי תפוצות פונטוס, גלטיה, קפדוקיה, אסיה וביטיניה, הנבחרים על פי ידיעתו מקדם של אלוהים האב בקודש רוח אל ציות ישוע המשיח וחזיית דמו, חסד ושלום ישפעו עליכם למקביר. ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח אשר ברוב רחמיו הוליד אותנו מחדש לתקווה חיה בתחיית ישוע המשיח מן המתים ולנחלה אשר לא תשחט ולא תטמא ולא תבעול הצפונה לכם בשמיים. Петр, апостол Иешуа Машиаха, пришельцем рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иешуа Машиаха. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Машиаха, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иешуа Машиаха, из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Как я уже сказал, скорее всего, Петр находился все еще в Израиле. Точно я не уверен в этом. Но он верит евреям, верующим в Иешуа. Он пишет, שמפוזרים באסיה, который рассеяны в Асии. סביר להניח שהוא כותב לקהילות, скорее всего, он пишет определенным общинам, שלא רק שם בפנים יהודים, יש שם גם כבר מאמינים מימים האלה. И в этих общинах, скорее всего, не находятся только евреи, есть также и верующие из тех народов, где они находятся. וכמובן, האיגרת הזאת לגמרי אקטואלית, לא רק ליהודים, לכל בן אדם. И, естественно, это послание актуально не только для евреев, но для всех людей. אבל יש פה בלשון שפטרוס משתמש, но язык, который использует здесь Петр, ומאמש מוכר ליהודים, אלה שמסתכלים על כתבי קודש ממבט היהודי. אני עכשיו אראה לכם את זה. Он очень знаком именно евреям, те, которые со своей еврейской точки зрения смотрят на Писание. וכמובן, כשאני מסביר את זה, אני רוצה לגעת קצת יותר בתוך תנ"ך, בשביל להראות לכם את כמה דברים שדיברו עליי, אני מאמין שידבר עליכם גם. И когда я буду говорить, естественно, мы будем часто раскрывать Танах, и я хочу поделиться с вами тем, что проговорило ко мне, может быть, это проговорит также и вам. כמה ממכם מוכרים מביטוי ממוות לחיים בכתבי קודש? Кто из вас знает такое место в Писании, которое говорит из смерти в жизнь?
Шаматем это битуим каэле? Слышали, да, такое выражение? И смерть в жизни. Мемавет лехаим. О битуй ахер. Хоших веор. Или другое выражение. Из тьмы в свет. Шаматем дварим каэле? Слышали такое, да? Айти бихоших, акшав они баор шела Машиаху, баор шел Элохим. Я был во тьме, сейчас я в свете Бога, в свете Машиаха. Аз бани... לשנייה רוצה לפתוח אגרת אל הקולוסים. Я хочу на одну секунду открыть послание Колоссянам. וכאן שאול כותב לא ליהודים. И здесь Шауль пишет не евреям. הוא כותב לקהילה בקולוסיה. Он пишет общине в Колоссии. שכמובן גם שם היו יהודים. Естественно, там тоже есть евреи. אבל מתון של המכתב הזה ברור שהוא מדבר לאנשים שהם היו גויים. Но его стиль письма, из стиля письма видно, что он пишет не евреям, он пишет язычникам, которые пришли к вере в Иешуа Машеха. И в первой главе, в 13 стихе, он говорит так. Гу хицелейну мишельтон хахошех, ולהעבירנו אל מלכות בנו אהובו. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. הוא כותב לאנשים שהם לא יהודים. Он пишет тем людям, которые не являются евреями. והוא אומר להם שני סטטוסים. И он говорит и предоставляет им два статуса. הוא אומר, אתם הייתם בחושך. Он говорит, во-первых, вы были во тьме. אבל דרך ישועה עוברתם לאור או למלכות. Но через Иешуа вы перешли в царство или в свет. על איזה חושך מדובר כאן? О какой тьме здесь идет речь? אם אנחנו עקביים בלימודים שלנו מהבמה הזאת. Если мы постоянно наблюдаем и запоминаем наши учения с этой сцены. אז כמה פעמים, או לא כמה, הרבה פעמים לימדתי. То очень часто я учил. שאחרי מקרה שכתוב בבראשית, בפרק 10 ו-11. Что после того случая, описанного в книге Бытия 10-11 главе. כל העמים נכנסו דרך בבל לחושך. Через Вавилон все народы зашли в тьму. כי שם בבבל קרה להם כזה בלבול בראש. Потому что в Вавилоне произошло смешение их разума. ומשהו קרה ברוח שלהם. И что-то произошло с их духом. ואימדו כיוון הנכון אל אלוהים. И они потеряли это правильное направление к Богу. ונכנסו למצב חושך. И они зашли в состояние тьмы. ובפרק 12 בספר בראשית. И в 12 главе книги Бытия. כתוב שאלוהים בוחר באברהם. Написано, что Бог избрал Авраама. ואומר, אתה עכשיו שייך לי. И он сказал ему, теперь ты принадлежишь мне. אתה נמצא באור. Ты находишься в свете. ובאופן לוגיסטי אנחנו מבינים. И логически мы понимаем. שעד בייתו ישוע המשיח. Что до пришествия Иешуа Машиаха. ועד התקומה Иешуа ממוות. И до воскресения Иешуа из смерти. ועד מה שהיה כתוב באגרת לרומים 11 או לאפסים 3. И то, что написано в Римлянам 11 глава или Ефесянам 3. כל הגויים היו נמצאים באזור חושך. Все остальные народы находились во тьме. אבל על ישראל היה אור. Но на Израиле всегда был свет. מה זה אור? Что значит свет? אור זה הבטחות של אלוהים. Свет — это обещание Бога. נאמנות של אלוהים. Это верность Бога. הבטחה על ביאת המשיח. Это обетование о пришествии Машиаха. הבטחה על תקומת למתים. Это обетование о воскресении из мертвых. על מלכות השמיים. О небесном царстве. אבל פה אנחנו יכולים לשאול שאלה. Но здесь мы можем задать вопрос. האם כל האנשים, מדובר על ישראלים שהיו באזור של האור? Все ли люди, говорится про Израиль, которые были в месте света? כשהם היו באזור של האור, האם הם כולם היו באור? Когда они находились в этом месте, освященным Богом, находились ли они все во свете? האם הם כולם היו מכירים את אלוהים? Все ли они знали Бога? שאלה לכם. Вопрос у меня к вам. האם כל הישראלים? Были ли все израильтяне? ממש מוכרים עם אלוהים, מאמינים בו. Действительно. אפילו
верующими в Бога, несмотря на то, что свет Божий сиял над ними всегда. Ну, тагиду ли? Скажите, да или нет? Ло. Нет. Батуах шело. Точно нет. Рак эле ше баэмет аю баим ле эмуна. Только те, которые действительно приходили к вере. Вэмит ракшим маргишим эт элухим бифним. И чувствовали Бога внутри себя. Векан Петрус омер. И здесь Петр говорит. Зе битуй ше шаях ле игудим. Это выражение, которое принадлежит евреям. Атем баор. Вы во свете. Авал адайн митим. Но вы все еще мертвые. Ведерех Иешуа гам атем увартем ле маком. И через Иешуа вы перешли в место жизни. Откуда Петр берет эти слова? Это то, что Иешуа когда-то сказал кому? Тебе нужно надлежит родиться свыше. Кому Иешуа сказал это? Никодимус. Никодим был верующим человеком, он искал Бога. Но Иешуа сказал, я есть дверь. И только через, через меня ты сможешь зайти и пройти этот путь. Амилим аэле аддайн актуалим. Эти вещи все еще актуальны. Амилим аэле аддайн актуалим. Эти вещи все еще актуальны. Беор айом немцаим арбе ютер анашим мебезманим шала Петрус. Сегодня во свете находится намного больше людей, чем тогда во время Петра, и очень много язычников через Иешуа Машиаха присоединились к этому месту света. Но к большому сожалению, к моему сожалению, все еще много евреев, хотя находятся в месте света, они мертвые внутри. И здесь я хочу сказать слава Богу, что выбрал нас таких маленьких и открыл нам свет своего единородного сына и дал внутри нас жизнь. И это то, что я читаю здесь в первом послании Петра. И еще один интересный пункт. Мы уже читали в 4 стихе. אבל אני פה רוצה לחזור על זה. Но я хочу вернуться к этому. לנחלת אשר לא תשחט, לא תטמא ולא תבעול, חצפונה לכם בשמיים. К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. בפסוק 4. В 4 стихе. כתוב. Написано. שבשמיים. Что на небесах. Есть איזשהו ירושה. Есть какое-то наследство. Элухим шумер авул корбе авул кольбен адам, который сохраняет Бог для всякого человека. Мима амин, чтобы шамаем машу нишмар бишвилха. Кто верит, что на небесах есть что-то сохраненное для вас? Колихад митану, но шеналду мехадаш, шемаминим баэлухим дерех Иешуа, юдим шешам машу шамур аворейну. Каждый из нас, который родился заново через Машеха Иешуа, верит, что что-то на небесах сохранено для вас. Авальфу они руце кцат ли канес ли китвей кодеш. Но здесь я хочу зайти в Святые Писания. Велазбир. И объяснить, что значит сохранено для нас и до какого момента оно будет сохранено. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы знаем из Святых Писаний, что когда человек рождается, что Бог дал ему жизнь на несколько лет. Бог ожидает, на сколько лет ему дал Бог жизни? Миша Юдея? Кто-то знает, на сколько лет Бог дал ему жизнь, когда человек рождается? Кама? Катув. Написано. Им. Тухаль ми эцезе мот тамут. Написано, если вкусишь от дерева этого, смертью умрешь. Вим ло тухаль. А если не будешь кушать? Ты ие нецах. Так живи навеки, во веки веков. Аваль, но анахну мавиним макара. Мы понимаем, что произошло. Векше адам ахаль. Когда человек поел. Баэцем ушавар. Это нецхиют шело. Он разрушил свою вечность. Векитвей кодеш мидабрим.
על אזור שהוא לא היה מתוכנן מלהתחילה על ידי אלוהים. И святые писания говорят про то место, которое не было заранее запланировано Богом. כלומר, אלוהים ציפה שבן אדם יהיה בעלי אדמות לנצח. Бог ожидал, что человек будет властителем над этой землей во веки веков. אבל פתאום בן אדם צריך למות. Но вдруг человек должен умереть. וחלק מהבן אדם הפנימי צריך להיות באיזשהו מקום. И часть внутреннего человека должна находиться в каком-то месте. ואנחנו קוראים בכתבי קודש פעמים רבות מילה שאול. И мы часто читаем в святых писаниях слово קשה לתרגם לרוסית. שאול. Слово преисподня. כותבים על מילה ככה преисподня. Так переводят это слово преисподня. או שאול. כלומר, אחרי מוות, после смерти, הנפש של בן אדם הולכת לאיזשהו מקום. Душа человека идет в какое-то место. מי שמע על זה פעם? Кто слышал об этом? ודבר הזה ניתן לדיון. И здесь очень много споров по этому вопросу. ויש אנשים שמבינים את השאול כך וכך וכך וכך. Есть люди, которые место, которое называется, переводится как преисподня, понимают одним образом, некоторые другие и так далее. אבל יש ממש הצדקה למה יש לנו זכות להבין את זה בצורה השונה. Но есть оправдание, почему мы понимаем это слово различными способами. מאיזה מילה אתם חושבים בא מילה שאול בעברית? От какого слова на иврите происходит это слово שאול? שאלה. От слова вопрос. מה זה שאלה? Что значит вопрос? שאו אף אחד לא מבין. Вопрос это когда никто не понимает. או אולי אתה מגיע לשם ושואלים אותך שאלות. Или ты приходишь в это место и тебе задают вопросы. או אתה עובר למקום הזה ועובר תהליך של שאלות. Или ты приходишь в это место и проходишь какой-то процесс вопросов. ואולי תקבל תשובות. И возможно ты там получаешь ответы. בכל כתבי קודש ממש מעט מדובר על זה. Во всех святых писаниях очень мало говорится об этом. אבל מאוד ברור שהמקום הזה קיים. Но очень ясно, что это место существует. אבל כשאנחנו פותחים ברית החדשה, когда мы открываем Новый Завет, פתאום אנחנו מקבלים הבטחה מאוד ברורה מאדוננו ישוע המשיח. Мы получаем очень ясное обещание от нашего Господа Машиаха Ишуа. שאפילו כשאנחנו נעבור פס הזה ונעבור הבן אדם הפנימי שלנו לשמה, לשאול, что даже когда мы перейдем эту черту, наш внутренний человек идет в שאול, אז יהיה לנו ברכה מסוימת. У нас будет определенное благословение. וכתוב בברית החדשה מאוד ברור, и написано в Новом Завете очень ясно, שאם אנחנו מאמינים במשיח רק בחיים האלה, אז אנחנו באמת מסכנים. Что если мы только в этой жизни верим в Машеха и надеемся на него, то мы несчастнее всех людей. כלומר, טוב להחזיק יד של המשיח, ובמיוחד כשאנחנו עוברים מחיים האלה לחיים הבאים. То есть очень хорошо держаться за руку Машеха, особенно когда мы переходим от этой жизни к другой. אבל פה אני פשוט רוצה לדבר על איזשהו טעות שקיים בתנועות שונות של מאמינים. Но я хочу поговорить об одной ошибке, которая существует в различных движениях верующих людей. Есть онуцар бе כמה מאות שנים האחרונות בתוך הקהילה, в последние несколько лет в общинах, сотен лет. В последние несколько сотен лет в общинах есть такое движение, שהם אומרים, אני אמות ואני אהיה בשמיים, который говорит, я умру и буду на небесах. אנחנו שם בשמיים ניפגש. Там на небесах мы встретимся. ביי חביבי, בשמיים ניפגש. Пока, дорогой, на небесах увидимся. באיזשהו מובן זה אמת ונכון. В каком-то определенном смысле это правда, это правильно. אבל על פי כתבי קודש, но согласно святым писаниям, זמן של בני אדם בשאול, время, которое человек проводит, זה גם מוגבל, זה זמני. В преисподней оно тоже ограничено, это временно. כי בגלל זה שלח אלוהים ישוע המשיח, поэтому Господь послал туда Машеха Иешуа, לכפר אותנו מכל העמים, для того, чтобы искупить нас
из всех народов. Шеанахну, коль бен адам шемаамин бо, чтобы мы, каждый человек, который верит в Него, закай летхият мин амитим, имел право на воскресение из мертвых. Валь зе катув арбе бабрит ахадаша. И очень много написано об этом в Новом Завете. Шауль умер, ху ришон мин амитим. Шауль говорит, он первый из мертвых. Ваанахну охим ахарав. А мы идем за ним. Везе ло медубар аль... Иешам, не ешам, михиешам, башамаем. И здесь не ленецах, говорится о том, что мы будем жить на небесах во веки. Элена кумлет хия. Но мы восстанем для вечной жизни. Аскшеа шалиях Петрус. И когда апостол Петр. Котев. Пишет. Ше бешамаем нишмерет авурхем нахала. Что на небесах для вас хранится наследство. Это говорится, что там на небесах махсаним шел Элохим, на складах у Господа нишмар машу мед миухад авур коль маамин, для каждого верующего сохранено что-то очень особенное. Хелек мезе анахну кен не там кше намут вене яхад им Иешуа башамаем, и часть этого мы вкусим, когда мы умрем и будем с Иешуа вовеки. Аваль ров хадавар азе анахну наргиш внитам вебаймет никабель азе ки Иеруша шейкрет кумат минамит. Но в основном это самое наследство мы получим и вкусим его, когда произойдет воскресение из мертвых. Почему я говорю об этом? Ну, кодем коль, рацити ли ламед ме эгерет ла Петрус. Во-первых, я хотел учить из послания Петра. Ве эгерет ме Петрус медаберет аль зе. И послание Петра говорит об этом. Аваль дварим аэле гам хашув лану ладат. Но эти вещи также очень важно, чтобы мы знали. Ши хазак Элохим, потому что силен Бог, шешомерет дваро, который сохраняет свое слово, вемикаем ото лят лят, и исполняет его шаг за шагом. Веанахну, и мы, анахну эле ше баэцем йоршим эт давар азе. Мы те, которые наследуем эту вещь, эти вещи. Ба мила айфа азоти, на этой ноте, они руце ламших аваль им Судата Адон. Я хочу продолжить, но также присоединить вечерю Господню. Потому что это часть небесного обетования. И Иешуа амар ле талмидав. И Иешуа сказал своим ученикам. Им атем осим эт зе ле зихрони. Если вы будете делать это в мое воспоминание. Талмидай атем беэмет. То вы действительно истинно мои ученики. Ани меод меод микаве ше анахну талмидим шел Иешуа. Я очень надеюсь, что мы истинные ученики. Ве анахну. Модим ле Элохим. И мы благодарим Бога. Шебо анахну гам яхолим лиот шаяхим ле дварим мицуяним шееш нам бешамаем. Что в нем мы можем иметь принадлежность к тому прекрасному, что ждет нас на небесах. Дима. Когда Иешуа собрался на последнюю вечерю со своими учениками, он взял хлеб и преломил его. И он сделал это на глазах у своих учеников. И он сказал, подобно этому хлебу, мое тело будет сокрушено для вас. И совершайте так воспоминания обо мне. И это то, что мы делаем периодически. И я благодарю тебя, Небесный Отец, за Иешуа. За то, что Он отдал свою жизнь для нас. За то, что в Нем у нас есть прощение грехов.
Баруха та Адунай, Элоину мелех аулам, амоцелехем мин аарец. Благословен ты Бог, Царь Вселенной, производящий хлеб из земли. Амин. ואנחנו גם קוראים בברית החדשה также читаем в Новом Завете שאחרי סעודה ישוע לקח כוס что в конце ישוע взял бокал вина ואמר זאת דמי הנשפך עבוריכם он сказал вот кровь проливаемая за вас זאת עשו לזיכרוני так творите в мое воспоминание במסורת היהודית שמוזגים לכוס יין и обычно когда наполняют бокал вина במסורת היהודית אז מוזגים כך שזה כמעט, כמעט נשפך. наливать вино таким образом, чтобы оно изливалось. ויש לזה משמעות. И у этого есть тоже свой символ. כי במזמור כתוב. כמו שבפסלמי написано. ששמחת חיים. Радость, которую תמלא אותנו, כמו שיין ממלא את הכוס, עד הסוף. Она наполнит нас. Наполнит нашу внутренность таким же образом, как вино наполняет стакан. בברית החדשה דרך ישועה. И через Иешуа в Новом Завете есть ло рак капара веслиха вебраха. Есть не только благословение, не только прощение грехов. А вальгам есть симха. Но также есть и радость. Веаль бигальзе катув бабрита хадаше паамим рот ты смеху. Поэтому мы не раз читаем, написано, радуйтесь, всегда радуйтесь. Вепрея гефен, зигам семельшел симха. И вот виноградная лоза, это символ радости. Аз туда лиха, Аба. Господь, мы благодарим Тебя. Шешалахта Иешуа. За то, что Ты послал Иешуа. Умет авурейну векам литхия. Который умер за нас и воскрес из мертвых. Шелем это ховот шелану. Он заплатил все наши долги. Тагиду амен. Скажите все вместе. У шилем это хавот шелану. Он заплатил все наши долги. Веукам литхия. И он воскрес из мертвых. Веифтиях леха вели лекол эхад меитану. И он пообещал каждому из вас. Шеу решон ванахну ухим ахарав. Что он есть первенец, который воскрес из мертвых. Потом все мы. Баруха та Адонай Элохейну мелех аулам. Благословен Господь Царь Вселенной. Боре при агефен. Производящий плод виноградной лозы. Аминь. מי שמוכן, אתם מוזמנים לבוא ולקח. Кто чувствует, что он готов, вы можете подходить и принимать.